Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную, очень простую кофточку для девочки. Можно данную кофточку вязать и для мальчика, но при этом обратите внимание, что петельки для пуговичек вам нужно будет на левой стороне, то есть на левой полочке. Вот. Теперь смотрите, данная кофта у меня связана с 5 пуговичками. Вот такая вот застежка очень простая. Можно связать пуговичек больше, можно меньше. И варьировать размер можно благодаря вот этим вот расширениям линии реглана. Соответственно, если хотите меньше размер, меньше делайте расширение. Хотите больше размер, делайте больше расширения, если вам подходит обхват горлышка. Что касаемо размеров, у меня данная кофта связана на 1,5-2 годика. Вот полуобхват у меня 26,5 сантиметров, то есть где-то в окружности груди у меня получилось на порядка 49 по окружности груди сантиметров, плюс небольшой запасик на обхват. Также у меня линии реглана связаны длиной в 15 сантиметров, то есть если взять от горловинки, здесь 15 сантиметров расширения. За основу я взяла, посмотрите, лицевую гладь красивую. Длина рукавчика у меня составляет с внутренней стороны от вот здесь вот от линии проймы 20,5 сантиметров, почти 21 сантиметр. По верхней стороне у меня здесь достигает 33 сантиметров от линии горловинки вот здесь вот. Здесь я краешки обвязала платочной вязкой, как и все края у меня обвязаны платочной вязкой, начиная с горловины, затем петельки нашей планочки, и снизу я также закончила платочной вязкой. За основной узор я взяла очень простой узорчик, это звездочки. Звездочки на полочках я вязала от вывязывания реглана с самого начала. На спинке я не стала утяжелять вам работу. Вывязывала звездочки уже когда отделила рукавчики. То есть посмотрите, у меня идет лицевая гладь, звездочки идут уже отделив рукавчики. Этим она является очень простая кофточка, то есть не нужно думать, где там какие петельки вывязывать. Вот. И так как, скажем, размерчик небольшой, всего лишь 1,5-2 годика, то я не делала росток. Здесь благодаря вот этой планочке нашей для петелек, она вяжется вот такой вот платочной вязкой, что является, скажем так, небольшой гармошечкой. И вот благодаря этому у нас передняя сторона выглядит короче, чем задняя. Вот я росток поэтому и не делала. Общая длина у меня кофточки от плечевого, здесь вот с косика, приблизительно 35,5 сантиметров. Соответственно, здесь вы уже смотрите, варьируете свои размеры. Хотите подлиннее, вяжите подлиннее. Хотите покороче, вяжите покороче. Это я связала, скажем так, удлиненный вариант. Можно было бы немножечко покороче, но, честно говоря, решила вот больше, скажем, захватить, чтобы ребеночку было теплее, поясница закрытая. Вот, конечно же, рекомендую вам посмотреть отдельные видео по вязанию лицевой глади, платочной вязки и данного узора звездочки, чтобы вам в дальнейшем просто было и легко понимать, что я делаю. Достаточно расчеты очень легкие, поэтому мы как раз-таки с них и будем начинать вязание, чтобы вы уже ориентировались, исходя из своей плотности вязания. Для начала рекомендую вам связать небольшой образец вашей пряжей и спицами, которыми будете вязать хотя бы лицевую гладь. Вот небольшой вот такой вот образец для того, чтобы потом в дальнейшем, скажем, иметь представление о размерах, которые у вас получатся, чтобы сделать правильные расчеты. Можете в идеале связать и узор платочной вязки, и узор звездочки. Платочная вязка вам понадобится для того, чтобы правильно рассчитать горловину. Лицевая гладь вам понадобится для того, чтобы рассчитать правильное количество рядочков. Вот здесь вы уже смотрите сами, насколько хотите увеличить либо уменьшить данный размер. Все я, кажется, сказала, поэтому кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу классической толщины. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Спицы номер 3,5 желательно взять на леске. Если же у вас также прямые, как и у меня, номер 3,5, то также вам понадобятся еще чулочные спицы номер 3,5 для того, чтобы связать бесшовные рукавчики. Если у вас спицы на леске, то вам вполне достаточно будет только их.
Далее нам понадобится крючок, ножнички, 4 маркера либо булавочки и 2 булавочки-держатели, скажем, для рукавчиков, которые вот эти булавочки вы можете заменить просто контрастной ниточкой. То есть мы на булавочках оставим открытые петельки, вы можете оставить на ниточках. Точно так же и вместо маркеров или булавочек можете использовать просто кусочки ниточек для того, чтобы отметить нам регланные линии. Для вязания данного размера кофточки у меня ушло всего 1,5 моточка данной пряжи. Для начала мы определимся, сколько изначально нам нужно набрать петелек для реглана данного размера. В принципе, реглан можно распределить абсолютно на любой возраст, но так как я буду вязать без ростка, я вам расскажу, как распределить самый-самый обычный, скажем так, реглан и какое количество петелек набрать нам нужно изначально. Мы берем обхват шеи, то есть ребенка обхват шеи практически 25 сантиметров, то есть буквально там чуть-чуть не хватает до 25 сантиметров. Я округлила в большую сторону и добавила 2 сантиметра на облегание. Обычно добавляю 2-3 сантиметра к обхвату шеи. Получилось 27 сантиметров, то есть мы должны набрать количество петель, чтобы в итоге у нас после набора петелек провязывания было 27 сантиметров. Я связала предварительно небольшой образец платочной вязкой, и у меня вместилось в 10 сантиметров моего небольшого образца 24 петли. Соответственно, чтобы получить сколько в одном сантиметре петелек, мы делим 24 петли на 10 сантиметров. Получаем в одном сантиметре 2,4 петли. Мы берем получившуюся сумму после того, как добавили петли на облегание обхвата шеи, умножаем на количество петель в 27 сантиметрах, у нас получается вмещается 64,8 петли. Так как, скажем так, нам нужно округлить эту, скажем так, цифру до полной петельки, 8 десятых я округляю до целой петли, и получается у меня в итоге 65 петель. Но это еще не все. Так как у меня будут планочки для пуговичек, вот я буду делать на одной планочке петельки, а ко второй я буду пришивать пуговички, то я добавляю количество петель, которые беру на планочку. Я взяла на планку 5 петель. Это, так скажем, условно, обычно берут 5-6 петель. Так как у меня однокромочная, я взяла 5 петель на планке. То есть в общей сумме вместе с кромочной у меня будет планка состоять из 6 петель. Кромочную я беру из суммы 65, так как мы округлили ее. То есть добавляю всего лишь 5 петель для нашей планки пуговичек. Получаю в итоге 70 петель. Почему мы добавили вот именно одну планочку? То есть почему добавили всего 5 петелек, хотя у нас планки 2? Потому что планка у нас налаживается на планочку, соответственно, застегиваются пуговички. И по итогу у нас получится всего лишь недостающая, скажем так, планка с одной стороны по обхвату груди. Ой, по обхвату шеи. Вот, ну, потом по обхвату груди, соответственно. Поэтому я добавляю всего лишь одну планку и получаю 70 петелек. Вот они, 70 петелек, которые мы должны распределить уже непосредственно на 4 части. Спинку, перед и рукавчик. Также я буду делить перед на 2 части, то нам нужно всего поделить, скажем так, на 5 полных частей. И на петлях переда мне нужно выделить еще петельки для планочки. Вот. То есть мы сейчас условно должны 70 петелек поделить на 3 части, но у нас помимо того, что спинка, перед, рукавчики, еще есть по 2 петельки регланных линий, которые у нас располагаются с одной стороны рукавчика и с другой на первой стороне, и с одной стороны и с другой стороны рукавчика, второго на второй стороне. Поэтому я еще с этих петелек, 70 петелек, должна выделить по 2 петли на регланные линии. И я распределила таким образом, чтобы у нас на передних наших полочках было по 9 петель для переда, то есть 18 поделила напополам, соответственно 2 переда равняется у нас спинка. Перед и спинка у нас одинаковые по размерам. Также у нас на рукавчиках я взяла всего лишь по 7 петелек, не по 9, обратите внимание, а по 7. Потому что если вы возьмете 9 на рукавчик, у вас получится для детской кофточки слишком широкие рукавчики. Обычно рекомендуют общее количество петель делить на 3 части, которые равномерно распределяем на перед, спинку, и третья часть делится напополам на 2 рукавчика. Но так как из этих частей я должна еще выделить по 2 петли на линии реглана, то, соответственно, я распределила
Вот таким вот образом, как вы видите. Я решила, что это более или менее оптимальный вариант. Если вы возьмете на спинку перец шире, то, соответственно, относительно у вас рукавчики получатся слишком узкие. То есть спинка перед расширится до нужного обхвата груди, а рукавчики еще не успеет расшириться. Вот точно так же возьмем, если меньше на рукавчик, то тоже, скажем так, будет слишком узкий, либо слишком широкий, если больше петелек. Я надеюсь, что вы поняли. И если в итоге мы сложим петельку кромочную, 5 петель планки первой, 9 петель первой полочки передней, 2 петли реглана, 7 петель рукавчика, 2 петли реглана второго, 18 петель спинки, 2 петли реглана третьего, 7 петель второго рукавчика, 2 петли реглана четвертого, 9 петель второй полочки переда, 5 петель планки и кромочная. Все, я сказала, у нас должно получиться в итоге изначальная сумма в 70 петелек. Итак, распределяем, считаем, сколько у нас петелек в образце, связанном ранее платочной вязкой, сколько петелек в одном сантиметре, умножаем на обхват шеи, не забываем добавлять на облегание, хотите, можете посвободнее сделать, 3 сантиметра добавить, и, соответственно, потом получаете начальное количество петелек, к которому прибавляете количество петель для планки. В итоге распределяем, скажем так, на реглан и начинаем вязать. В принципе, те, кто вяжет с ростком, соответственно, набираете точно такое же количество петелек, а затем уже дополнительно есть видео, как вывязывать росток. То есть это для тех нужно, кому, скажем так, нужно связать кофточку от 2 лет и старше. Итак, набираем наши 70 петелек. Я набираю начальные 2 петли на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 68 петелек. Так я набираю самым обычным способом, но при этом у меня начальные петельки не растянутые. То есть вот эти петельки у нас будут красивые и аккуратные. Итак, набираем 70 петелек и начинаем вязать первый ряд. Вот я набрала 70 петелек, теперь вытаскиваю свободную спицу, на которой нет начальных 2 петелек, и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. В начале, в первые петельки, я сразу же ввяжу вот этот наборочный наш хвостик, чтобы он мне в дальнейшем не мешал, и, скажем так, его не было видно уже, чтобы не прятать краешек. Первую петлю ряда я провяжу в первом ряду лицевой. Во всех последующих рядах я ее буду снимать не провязанной, для того, чтобы была красивая с краю косичка. Итак, вяжем первую петлю лицевую и все последующие петельки ряда вяжем лицевыми до последней петли. Ввязав буквально несколько лицевых первых сделал, я бросаю уже вот этот наборочный хвостик, он нам не нужен, и продолжаю вязать лишь только рабочей ниточкой. Вяжем все петельки лицевые, последняя кромочная петля у нас будет в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном, изнаночная. Снова для того, чтобы опять же таки была красивая ровная косичка с обеих сторон нашего изделия. Итак, последняя петля кромочная у нас изнаночная, и поворачиваем на второй ряд. Второй и третий ряд нам также нужно провязать просто лицевыми петельками, то есть начало горловинки у нас платочной вязкой. Первую петлю снимаем и дальше все петельки лицевые вяжем. Последняя кромочная, как и в первом ряду, повторюсь, у нас всегда будет изнаночной. Провязали 3 ряда лицевыми петельками платочной вязкой, что у нас должно в итоге получиться. Смотрите, так как я люблю, чтобы у нас с лицевой стороны вот этот наборочный край был красивой косичкой, то как раз таки вот у нас нечетные ряды, это получится, точнее как, четные ряды получатся лицевые ряды, а нечетные, вот там, где вот такие зубчики, это будет у нас изнаночная сторона. Вот сейчас, получается, мы находимся в начале четвертого ряда, соответственно, это лицевой ряд. А в лицевом ряду с правой стороны, если мы вот так вот повернем к себе горловинку, то у нас с правой стороны будут расположены петельки для пуговичек. Вот как раз таки в четвертом ряду мы с вами сейчас сделаем первую петельку для пуговичек. Так как планка у нас состоит из 5 петель и кромочная петля 6, то нам нужно провязать лицевыми петельками все петли до последних 6 петель ряда, то есть до второй планки. Первую кромочную снимаем и вяжем до последних 6 петель, то есть до нашей планки, все петельки лицевые. Осталось последних 6 петелек. Вяжем одну лицевую, дальше 2 вместе одной лицевой я завожу за вторую петельку, делаем накид,
И вяжем 2 лицевые, кромочная петля последнего ряда, петля изнаночная. Теперь поворачиваем на изнаночный ряд, первую кромочную снимаем и провязываем все петельки лицевые. Первую, вторую, далее третью петлю, вот он наш накид, мы также провяжем просто лицевой. У нас получилась вот такая замечательная дырочка, это и будет петелька для пуговички. Мне этого размера более чем достаточно. Данная петелька подойдет для диаметра пуговички где-то порядка 11-12 мм. Вот этого вполне для детской кофточки достаточно. Если хотите, знаете какие-то другие способы закрытия, скажем так, петель для наших пуговичек, вот, то есть делать как бы дырочки для пуговичек, петельки, то хотите, можете использовать свой способ, то есть, конечно же, приветствуется, скажем, ваша фантазия. Вот, у меня это будет обычный вот такой накид, провязанный лицевой с изнаночной стороны. И в дальнейшем я точно так же буду вязать одну лицевую петлю, две следующие петли вместе одной лицевой, делать накид. Дальше вяжу 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. С изнаночной стороны все петельки лицевые. И теперь нам остается довязать этот ряд до конца просто лицевыми петельками, как мы вязали до этого. Все получается 4 ряда. Это у нас 5 ряд. Кромочная изнаночная петля у нас, как обычно, в конце ряда. Связали 5 рядочков и начиная с 6 ряда мы делаем наш регланчик, то есть вяжем распределение петелек, которое мы уже, скажем так, набросали на нашей условной схемке. Берем ее в руки, возможно, у вас другое количество петелек набрано изначально, и по-другому вы распределили регланчик по количеству петелек. Но в целом, скажем так, мы будем сейчас вязать, начиная, скажем так, по часовой стрелке с первой кромочной петли. Затем провяжем первую полочку, рукавчик, спинку, второй рукавчик и вторую полочку. Начинается у нас полочка с планки, поэтому кромочная петля. Дальше вяжем 5 петелек. В первом ряду все петельки у нас будут лицевыми. Вяжем лицевые петельки, начиная с первой кромочной. Первая петля снимается. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Петельки планки у меня будут продолжаться вязаться платочной вязкой. Поэтому с лицевой стороны я буду вязать 5 петель лицевых, первых после кромочной петли. И с изнаночной стороны 5 первых петель я буду также вязать лицевыми петлями. Теперь у нас идут 9 петель нашей полочки первой части переда. Поэтому вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Связали петельки полочки нашей и планки. Теперь у нас идут первые 2 петли, это линия реглана. Регланчик у нас также будет вязаться лицевыми петлями с лицевой стороны и изнаночными петлями с изнаночной стороны. Перед регланом делаем накид. Вот так вот накидываем на правую спицу, вот так, обычно рабочую ниточку. Теперь вяжем 2 лицевые петли. И снова делаем накид с другой стороны от лицевых петелек. То есть мы сделали накид перед лицевыми двумя петельками и после. Для удобства я рекомендую вам отметить вот эти 2 петельки, то есть центр между ними, вот так вот булавочкой, ну или маркером. Можете отметить ниточкой. То есть это у нас первая линия реглана. Вот она, 2 петельки. Дальше у нас идут 7 петель рукавчика. Поэтому вяжем после накида 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали первый рукавчик и снова идет линия реглана из 2 лицевых петелек. Перед каждой линией реглана мы будем делать накид. Дальше вяжем линию реглана из 2 лицевых и после каждой линии реглана мы будем делать второй накид. И снова я беру булавочку нашу и отмечаю центр между двумя лицевыми петлями. Это вторая линия реглана. Теперь продолжаем вязать спинку. Спинка у меня состоит из 18 петелек, поэтому вяжу 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 и 18. Связали петельки спинки, и дальше у нас идет третья линия реглана из двух лицевых. Накид, 2 лицевые линии реглана, и после них делаем также накид после двух лицевых и перед двумя лицевыми. Центр отмечаю третьей булавочкой, то есть третья линия реглана. Дальше у нас идет второй рукавчик из 7 петелек, поэтому вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали рукавчик и последняя линия реглана, также 2 лицевые петли. Делаем накид, вяжем 2 лицевые петли и после линии реглана также вяжем накид. Отмечаем последней четвертой булавочкой центр из 2 лицевых. И вот она, наша четвертая линия готова. Если у вас вдруг сбросился накид, обратите на это внимание и снова его набросьте. Теперь у нас остается 9 петель лицевых полочки нашей второй. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. 5 петель планки у нас также идут 5 лицевых и кромочная петля. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых и кромочная, изнаночная. Разворачиваем на второй ряд. Второй ряд мы будем вязать по рисунку. Кромочную снимаем. Дальше 5 петель первых петли планки нашей мы вяжем и с изнаночной стороны, повторюсь, лицевыми, и с лицевой. Вот, значит, вяжем 5 первых лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вместе с кромочной петлей мы провязали первых 6 петель рядом. Теперь вяжем абсолютно все петельки изнаночные. И запомните, что каждый изнаночный ряд, четный наш ряд, будем вязать с изнаночной стороны. Четный ряд по отношению к первому ряду распределения реглана. Так, конечно, это у нас от начала вязания нечетный ряд. Второй ряд, четвертый, шестой, восьмой и так далее, мы будем вязать всегда изнаночными петлями. Независимо от узора, независимо от количества петель, всегда они у нас изнаночные. Лишь только первые петли лицевые, 5 петель, и последние 5 петель до кромочных наших и перед кромочной 5 лицевых. Все остальные в изнаночном ряду петли изнаночные. Итак, вяжем наши 9 петель, первые петли нашей полочки. Дальше доходим до первой линии реглана. Как вы помните, она начинается с накида, поэтому снимаем накид на правую спицу и переносим вот так вот, перекрестивши за переднюю стеночку. У нас получился перекрещенный накид и вяжем его изнаночной петлей. Дальше у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные по рисунку. И идет второй накид с другой стороны. Снимаем на правую спицу, переносим на левую спицу, вот так вот за переднюю стеночку, как бы перекручивая петлю. И вяжем ее изнаночной петлей. Дальше у нас идут 7 петель изнаночных петли рукавчика. И доходим до следующей второй регланной линии. Она также у нас начинается с накида, поэтому переносим накид на правую спицу. И на левую обратно перебрасываем, поворачивая ее. И вяжем изнаночной петлей. Дальше 2 у нас идут изнаночные. Это регланная наша линия. Она с лицевой стороны 2 лицевые, а с изнаночной 2 изнаночные. И доходим до второго накида. Снова переносим на правую спицу. И на левую меняем, как бы ее перекручивая направление. И вяжем изнаночной петлей. То есть все петли, как вы видите, изнаночные. Дальше вяжем 18 петель изнаночных, это петли нашей спинки. Вот так вот вяжем. И доходя до накида, то есть мы дойдем до третьей регланной линии, нам нужно будет остановиться. А пока вяжем петли спинки, 18 изнаночных. Накид также мы переносим на правую спицу, затем на левую, меняя направление петли. То есть накид у нас получается перекрученный. И мы его провязываем изнаночной. Дальше 2 петли изнаночные, это третья линия регланчика нашего. И снова перекручиваем наш накид. Вяжем его изнаночной и дошли до наших петелек рукавчика. Их у нас 7 изнаночных. Хотите, можете отсчитывать, хотите просто смотрите там, где накиды, просто их перекручиваем.
А все остальные петельки вяжем изнаночными. Накиды, когда перекрутите, также вяжем изнаночной петлей. Дальше, где петельки отмечены булавочкой, у нас также 2 изнаночные. И второй накид с другой стороны также перекручиваем и вяжем изнаночной петлей. Дойдя до последних 6 петелек ряда, нам нужно 5 петель провязать лицевой. И последняя кромочная петля ряда у нас изнаночная. Вот они, дошли мы до 6 последних петелек. 5 петель вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя петля кромочная у нас изнаночная. Все, довязали второй изнаночный ряд. И все последующие изнаночные ряды мы будем вязать вот точно так же, как провязали сейчас второй. В третьем ряду мы должны будем связать первый ряд нашего узора. Узор я буду вязать только на передних полочках, там где 9 петелек. На всех остальных петлях я узор вязать пока не буду. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 5 лицевых петель нашей планки. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 1 лицевая. То есть это уже лицевая из тех 9 петель нашей передней полочки. И дальше находим следующие 3 лицевые. Вот они у нас. Вводим спицу за 3 лицевые дальнюю стеночку. Вот так вот, как бы проводим спицу сквозь 3 петли. Захватываем рабочую ниточку и как бы вяжем лицевую. Сквозь 3 петли, 1 лицевую. Затем, не снимая петельки с левой спицы, делаем накид рабочей нитью. И снова заводим спицу сквозь 3 петли, вяжем вторую лицевую отсюда же. И только после этого снимаем петельки со спицы. У нас получилось было 3 петли. И также и осталось 3 петли. Мы связали из 3 петель 3 петли. Благодаря тому, что связали лицевую, сделали накид и вывязали вторую лицевую отсюда же. Затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это есть раппорт нашего узора 8 петелек. 3 петли из 3, 5 лицевых. А дальше, так как у нас больше нет 3 петелек, мы сейчас просто вяжем 1 лицевую петлю и дошли до 2 лицевых петель первого реглана. То есть вот они наши, булавочкой отмечены 2 лицевые. Делаем перед ними накид. Хотите, можете, чтобы не перекручивать в изнаночном ряду петельки, я вам покажу, как делать уже перекрученный накид. Вот мы, получается, дошли до линии реглана из 2 лицевых. Берем рабочую ниточку, подхватываем снизу большим пальчиком и захватываем ниточку с другой стороны. То есть, вот смотрите, рабочая нить, подхватываем большим пальчиком и как бы обводим рабочую нить вокруг пальчика. И за дальнюю стеночку захватываем ниточку. И вот она у нас уже получается перекрученная. Дальше вяжем 2 лицевые и повторяем. Пальчик заводим под рабочую нить. Как бы делаем петлю. И петлю захватываем за дальнюю стеночку. Вот так. Со временем вы, если попробуете буквально несколько раз так сделать, приловчитесь сделать это достаточно быстро. Теперь нам нужно связать наши петельки рукавчика. Но благодаря провязыванию накидов у нас добавилась линии реглана первая 1 петля и вторая 1 петля. То есть у нас уже не 7 петелек, а 9 лицевых. Поэтому вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше у нас снова идут 2 лицевые петли. Это петельки нашего второго реглана. То есть мы связали петельки полочки, регланную линию, петельки рукавчика и дошли до второй регланной линии. Делаем перекрещенный накид, заводя рабочую ниточку вот так вот на пальчик. Обводим вокруг пальчика рабочую ниточку и за дальнюю стеночку подхватываем рабочую нить. Сделали накид, вяжем 2 лицевые и с другой стороны делаем точно такой же перекрещенный накид. Это вам улучшит, скажем так, облегчит работу вязания изнаночного ряда. Обязательно перед каждой регланной линией и после нее делаем по накиду.
Хотите, можете делать обычные накиды и делать перекрещивания в изнаночных рядах. Я буду делать сразу же перекрещенные петли, что облегчит вязание каждого изнаночного ряда. И после сделали накид перекрещенный и дошли до петель спинки. Так как у нас было в первом ряду изначально 18 петелек и добавилось по одной петле с регланных линий с обеих сторон, то уже 20 лицевых петель спинки. Поэтому отсчитываем 20 петель и вяжем 20 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Довязали 20 лицевую и дошли до третьей линии реглана. Вот она у нас отмеченная булавочкой. Поэтому делаем перед линией реглана перекрещенный накид. Вяжем 2 лицевые. И после 2 лицевых делаем перекрещенный накид. Дальше мы дошли до петелек второго рукавчика. Их у нас было 7, 2 петли добавились, значит 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дошли до четвертой последней линии реглана. Делаем перекрещенный накид перед двумя лицевыми. Вяжем 2 лицевые и делаем после перекрещенный накид. Но нам сейчас нужно на второй полочке точно так же сделать узорчик, как мы делали на первой полочке. Для этого смотрим. У нас вот они, две петельки лицевые, линия реглана. Перед ними перекрещенный накид. И дальше считаем первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вяжем 6 лицевых. Так как мы сделали уже перекрещенный накид, то его не считаем. А считаем следующие петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас должно остаться 4 лицевые петли и петли планки. Вот мы первые 3 лицевые петли вяжем за дальнюю стеночку 1 лицевой. Затем, не снимая 3 петельки со спицы левой, делаем накид рабочей нитью. И вводим спицу сюда же. И сквозь 3 лицевые вяжем 2 лицевую. Спускаем со спицы. Снова вывязали из 3 петель 3. Благодаря тому, что сквозь 3 петли мы связали лицевую. Сделали накид и вязали 2 лицевую отсюда же. Затем довязываем лицевую петлю. И у нас остается 5 петель планки. Они также вяжутся лицевые. И кромочная петля у нас изнаночная. Изнаночный ряд мы снимаем кромочную, вяжем 5 лицевых петель планки. И все последующие петли у нас изнаночные. Последние 5 петель у нас лицевые и кромочная изнаночная. Все абсолютно петельки, включая петли 3 из 3, которые мы связали, по очереди вяжем изнаночными петельками. Вот она, кромочная снимаем. Дальше 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 1 лицевую. Дальше у нас идут 3 из 3 петель. Первую вяжем по очереди лицевой. Ой, изнаночной, простите. Вторую вяжем изнаночной. И третью вяжем изнаночной. То есть у нас связаны петли планки и уже 4 изнаночные. И дальше довязываем полностью все петельки. Благодаря тому, что у нас сейчас перекрещенные накиды, я без проблем довяжу до петель планки с другой стороны все петли изнаночные. Связали изнаночный ряд, и это четвертый ряд нашего от начала распределения нашего реглана. И сейчас мы с вами связали, получается, изнаночный ряд. Это второй ряд нашего раппорта узора высоту рисуночка. Всего раппорт узора в ширину рисунка составляет 8 петелечек, которые между собой повторяются. Как я вам уже показывала, это 3 петли из 3 и 5 лицевых. На другой нашей полочке мы делаем в зеркальном отображении. Это у нас связаны 2 ряда. И всего раппорт узора в высоту составляет 8 рядочков. То есть 2 ряда мы уже связали, остается 6. На самом деле узор я выбрала очень простой. Чтобы ориентироваться, я сразу же, начиная уже с первого ряда, хочу вам рассказать его принцип. Есть отдельное видео по вязанию этого узора, поэтому для тех, кто не поймет, что мы сейчас будем делать, я рекомендую посмотреть именно видео узора, а затем уже продолжить вязание кофточки. Но я думаю, что узор очень простой, поэтому на самом деле ничего, скажем так, не должно остаться вам непонятным. В первом ряду узора из 8, вот так я поделю с обеих сторон,
В первом ряду узора мы связали с вами одну лицевую от начала ряда и 3 петли из 3. 3 петли из 3 я буду показывать вот так галочкой. Затем провязали 5 лицевых, и дальше у нас ничего не поместилось больше, потому что не было петелек для полочки. Но по идее дальше мы бы повторяли 3 петли из 3, 5 лицевых. То есть и так далее. 8 наших петелек это 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых. Второй ряд. Мы провязали все петельки изнаночные. Третий ряд. Все петельки мы сейчас вяжем лицевыми. И четвертый ряд мы провяжем все петельки изнаночными. То есть мы провязали один, скажем так, ряд узора и дальше 3 ряда по рисунку. По рисунку чего? Лицевой глади. То есть так как кофточка у меня состоит в целом из лицевой глади, то с лицевой стороны мы вяжем лицевые петли и с изнаночной стороны это изнаночные петли. Первая часть раппорта узора закончена. И сейчас мы должны по идее связать третий и четвертый ряд раппорта узора просто лицевыми петлями, но при этом продолжаем делать расширение нашего реглана. Вот пока мы остановимся на объяснении первой части. Затем будем вязать вторую часть, и я вам более подробно ее объясню. И продолжаем вязать, кромочную снимаем, дальше 5 лицевых петель планки, 3, 4, 5, и петельки нашей первой полочки мы вяжем просто лицевыми, то есть неважно, что было до этого в рядах, мы вяжем лицевыми до 2 петель нашего первого реглана. Я буду вязать лицевые и сразу проговаривать по количеству, сколько их у меня, чтобы вы ориентировались, где у нас регланная линия. 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Мы сделали уже 2 ряда прибавления, поэтому к нашей первой полочке прибавилось еще 2 петли. Было 9, сейчас стало 11. Дальше у нас идет регланная линия. Мы перед регланной линией делаем перекрещенный накид. Раз. Дальше вяжем 2 лицевые регланную линию. И вяжем второй накид после линии. Перекрещенный накид второй. Дальше у нас идут петельки рукавчика. Их в предыдущем ряду было 9. Сейчас добавилось еще 2 петли. То есть, соответственно, у нас сейчас рукавчик 11 петель. Вот вяжем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И дошли до второй линии реглана. Делаем перед линией накид. Дальше линию реглана из 2 лицевых вяжем 2 лицевые. И после делаем также перекрещенный накид. Теперь к спинке у нас также добавилось уже 4 петли. Было 18, сейчас у нас 22, так как 2 раза добавилось по одной петле с каждой стороны. И считаем 22 петли. 1, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6 и так далее. Отсчитываем 22 лицевые петли. Отсчитали 22 лицевые и снова у нас идет линия реглана. Делаем перекрещенный накид перед 2 лицевыми. Дальше 2 лицевые линия реглана 3 связали. И после делаем также перекрещенный накид. Дальше у нас идут аналогично первому рукавчику 11 лицевых петель, поэтому вяжем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше у нас осталась всего лишь одна линия реглана, судя по тому, что у нас, смотрите, одна булавочка. Делаем перекрещенный накид перед 2 лицевыми. 2 лицевые реглана вяжем лицевыми. И делаем перекрещенный второй накид после линии реглана. И у нас остается всего лишь 11 петель лицевых нашей полочки. Поэтому вяжем, как вы помните, третий ряд просто лицевыми петельками. И, соответственно, 5 петель планки у нас также лицевыми петлями. И кромочная петля изнаночная. То есть сейчас до конца ряда нам осталось довязать все петельки лицевые, кроме последней петли. Она у нас изнаночная. Изнаночный ряд мы вяжем все петельки изнаночные, так как по узору у нас изнаночный ряд изнаночными петельками. Связали первые 4 ряда нашего узора, и сейчас у нас будет вязаться 5 ряд. 5 ряд, 6, 7 и 8 ряд
будут снова, скажем так, вязаться в таком же духе, как и первые 4 ряда. В пятом ряду мы сейчас поменяем немножечко здесь узорчик, а затем 6, 7, 8 ряд мы точно так же провяжем, как 2, 3 и 4. Что мы делаем? Кромочную снимаем. Дальше вяжем первые 5 петель лицевыми, то есть нашу планочку. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идут лицевые петли нашей полочки. Мы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше вывязываем из 3 петель 3. Захватываем 3 петли, вяжем 1 лицевую сквозь 3 петли. Дальше делаем накид. И сюда же, вводя спицу, вытаскиваем вторую лицевую и снимаем со спицы 3 петли. То есть из 3 связали 3, как делали это вот здесь вот, скажем так, с правой стороны на 3 ряда ранее. Теперь вяжем 5 лицевых, то есть повторяем 1, 2, 3, 4. Пятой петли у нас, как вы видите, нету. Значит, останавливаемся на этом. А по идее у нас 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3 продолжалось бы нужное количество раз, пока мы бы не дошли до регланной линии. То есть сейчас, чтобы записать вам и было более понятно, я выделила основные цифры, которые у нас связаны с регланом, вот в такие кружочки. То есть, чтобы у нас выделялось как-то. А покажу теперь, что в пятом ряду, вот мы сейчас его как раз таки вяжем, мы вяжем изначально 5 лицевых в начале нашей полочки, только касательно вот этих 9 изначальных петелек, которые расширяются. Затем связали 3 петли из 3. Повторяем 5 лицевых, 3 из 3, нужное количество раз до конца, скажем так, сколько у нас позволили петельки. У нас позволили в данном случае петельки 5 лицевых связать. Мы связали 3 петли из 3 и дальше довязали всего лишь 4 лицевые. Но если бы позволяли петельки до реглана, мы бы вязали 5 лицевую и снова 3 из 3 бы повторяли. А, как я уже говорила, 6 ряд мы вяжем как 2 ряд, то есть все петельки изнаночные, с изнаночного ряда. 7 ряд. Это лицевой ряд, поэтому вяжем лицевыми петельками. Восьмой ряд мы вяжем как 2, 4, 6, 8 и все последующие изнаночные ряды изнаночными петельками. Все, вот из этого у нас состоит всего лишь, скажем так, из таких вот двух основных рядочков, это первого и через 3 ряда пятого, наш узор. Мы повторяем его, скажем так, нужное количество раз, сколько позволяют петельки. Но всегда отсчитываем от вот этих вот петель планки, не трогая петли планки. Отсчитываем, первая петля провязали 3 из 3 лицевых в первом случае. Во втором случае мы связали 5 лицевых, 3 из 3 и далее. Вот так вот. И, конечно же, не забываем продолжать делать расширение реглана перед каждой линия реглана, состоящая из 2 лицевых, вот она первая линия, вот она вторая линия с другой стороны рукава, третья линия с первой стороны второго рукавчика и четвертая линия со второй стороны рукавчика. Мы продолжаем делать расширение. Что касаемо нашей второй полочки, то мы делаем в зеркальном отображении по сравнению с первой. Для удобства всегда рекомендую вам отсчитываться опять-таки от планки, то есть вот они наши 5 петель лицевых и кромочная петля, то есть 6 последние не трогаем. И от 6 последних всегда рекомендую делать отсчет точно такой же, как мы вязали здесь. Смотрите, то есть следовательно в конце этого ряда мы с вами должны будем отсчитать 5 лицевых от планки. Затем 3 петли, которые мы свяжем 3 из 3, и 4 лицевые, ориентируясь уже на конец, связанный здесь перед нашей регланной линией. То есть 4 лицевые мы будем отсчитывать, дальше свяжем 3 из 3 и довяжем до конца нашей полочки 5 лицевых. Дальше петли планки и кромочная, изнаночная. Но пока мы с вами свяжем это еще вместе, пока рекомендую вам связать перед и после каждой регланной линии по перекрещенному накиду и регланной линии до момента уже, скажем так, второй нашей полочки.
То есть сейчас вяжем 2 рукавчика спинку, делаем прибавление, а когда дойдем до второй полочки, я вам помогу связать наш узор. И, соответственно, не забывайте, что уже благодаря накидам предыдущего ряда, которые мы делали с вами, у нас уже на петлях рукавчика добавилось снова по 2 петли, то есть по 13 уже петель. На петлях спинки было 22, добавилось 2 петли, соответственно, уже 24 лицевые петли и так далее. То есть мы добавляем, точнее как, не 24, у нас уже даже 26, пожалуй, здесь 18 плюс 2 плюс 2 и плюс 2, да. И теперь каждый раз у нас будет добавляться на рукавчиках по 2 петли с одной и с другой стороны, на спинке по 2 петли с одной и с другой стороны по петле. И на петлях планки, обратите внимание, у нас петли не увеличиваются, их всегда у нас по 5 и кромочная петля 6. И на петлях полочки у нас добавляется с каждой стороны также по петле, как и на рукавчиках и на спинке. Но из-за того, что у нас делится наша полочка на две части, то добавляется всего лишь с каждой стороны по петле. Соответственно, к этой изначальной, скажем так, сумме, к этому изначальному числу добавляется всего лишь одна петля. Точно так же и с этой стороны всего лишь одна петля. За это следует помнить. И сейчас как раз таки я дошла до последней, четвертой регланной нашей линии. Я делаю перекрещенный накид. Кстати говоря, перекрещенный накид можно делать не только большим пальцем, но и как раз таки основной, скажем так, пальчик указательный, которым вы держите нашу рабочую ниточку. То есть вы просто вот так вот как бы закручиваете рабочую ниточку вовнутрь, и вот она у вас, эта ниточка. То есть мне, честно говоря, удобнее делать большим пальцем, но иногда я делаю и так. Вот, провязали 2 лицевые петли реглана и снова делаем этот накид. То есть смотрите, рабочую ниточку вы натягиваете указательным пальцем, его просто вот так вот закручиваете и дальнюю стеночку подхватываете. Вот он у вас и есть, перекрещенный накид. Может, вам так будет удобно, попробуйте и выберите для себя любой удобный способ. И теперь мы подошли к петлям второй полочки, соответственно, ориентируясь на первую полочку, всегда на провязанную полочку мы будем ориентироваться. Вот он у вас, перекрещенный накид. Дальше идут 4 лицевые и 3 петли из 3. Перекрещенный накид мы сделали, дальше вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше 3 петли из 3. Заводим спицу за 3 петли, вяжем 1 лицевую, делаем накид. И вводим спицу, вяжем оттуда же вторую лицевую. Связали 3 петли из 3. И дальше у нас по чередованию 3 петли, 5 лицевых. 3 петли, 5 лицевых. Как в одну сторону, так и во вторую сторону. Поэтому довязываем 5 лицевых наших. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 лицевых петель нашей планки. Кромочная петля у нас, изнаночная. И нам остается связать 3 ряда, то есть изнаночные ряды изнаночными петлями, и 1 ряд лицевой между ними, то есть по чередованию лицевой и изнаночный ряд. И в лицевом ряду мы провяжем все петельки лицевые, но при этом не забываем делать накиды на каждой регланной линии с обеих сторон по накиду. Здесь, здесь, здесь и вот здесь. То есть 4 раза по 2 накида. Свяжите самостоятельно. Получается 6 ряд изнаночный сейчас, 7 ряд лицевой с накидами и 8 ряд изнаночный. И вот получается, мы с вами провязали первых 8 рядов, то есть первый раппорт нашего узора, который будет повторяться, начиная с 9 ряда. Вот сейчас мы в 9 лицевом ряду в начале, мы будем повторять с первого ряда, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ряд. Вязать эти, повторять ряды, скажем так, постоянно одно и то же. Но при этом в каждом лицевом ряду, то есть это получается 1, 3, 5 и 7 ряд, будем продолжать делать наши перекрещенные накиды вокруг двух лицевых, то есть с обеих сторон регланной линии. Регланные линии пока у меня отмечены еще булавочками, но в принципе, если посмотреть не через камеру, а
скажем так, уже невооруженным глазом своим, то я четко вижу эти две лицевые петли с обеих сторон от рукавчика с одной стороны и с обеих сторон с другой стороны второго рукавчика. Вот, я думаю, что вам это также видно, поэтому, в принципе, если уже вам не нужны эти, скажем так, отметочки, можете их поснимать и уже ориентироваться по, скажем так, вязанию. Я же пока еще оставлю. Вот, и мы сейчас начнем вязать 9 ряд, повторяя с первого ряда. Вспоминаем, что первый ряд мы вязали сначала одну лицевую на петлях нашей полочки, затем 3 из 3, затем мы должны будем вязать 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3, и повторять энное количество раз. Но мы посмотрим, исходя из количества петелек на нашей полочке. Итак, кромочную снимаем, затем идут 5 лицевых петель планки. И начинаем вязать наш узорчик. Одна лицевая, дальше вяжем 3 из 3. Это вяжем за дальние стеночки одну лицевую из 3 петель. Делаем накид и вяжем вторую лицевую из 3 петель отсюда же. Связали наш орнамент, дальше вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше смотрим, у нас идти должны 3 из 3. У нас еще есть петельки, поэтому вяжем второй раз 3 петли из 3. Захватываем за задние стеночки 3 петли, вяжем 1 лицевую петлю. Делаем накид и возвращаемся, вяжем вторую лицевую петлю отсюда же и снимаем петельки. У нас уже вместо одного орнамента 2 орнамента благодаря увеличению петелек. И сейчас у меня до конца, скажем так, полочки остается 2 лицевые петли. И дальше идут уже 2 лицевые, наша первая регланная линия. Поэтому делаем перед ней перекрещенный накид, вяжем 2 лицевые и делаем второй перекрещенный накид с другой стороны. Дальше у нас идут петельки рукавчика, снова регланная линия с накидами и петли спинки, регланная петля наша с накидами, регланные петли с накидами и петельки второго рукавчика. То есть самостоятельно довязываем до второй нашей полочки. Вот я связала последнюю линию реглана, теперь делаю второй накид с другой стороны и уже ориентируясь на первую связанную полочку нашу, смотрю, у нас идет регланная линия, дальше перекрещенный накид, 2 лицевые и 3 из 3 петель. Перекрещенный накид мы уже сделали, дальше вяжем 2 лицевые петли и повторяем 3 петли из 3. Вяжем за дальние стеночки лицевую петлю сквозь 3 петли, делаем накид. И вывязываем вторую лицевую петлю отсюда же. Связали 3 из 3. И дальше, как вы помните, при любом раскладе в любую сторону мы вяжем 5 лицевых. То есть это либо до 3 из 3 петель или после 3 из 3 петель. То есть вяжем в любом случае 5 лицевых. Уже несмотря на вторую полочку. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы вяжем вторую. Второй раз вторую звездочку, 3 из 3 петель. Поэтому захватываем 3 петли, вяжем лицевую, делаем накид. И второй раз вяжем вторую лицевую отсюда же. Связали вторую звездочку и до конца полочки у нас остается 1 лицевая. То есть мы это можем уже смотреть не на, скажем, эту часть, а уже непосредственно на саму полочку, как у нас по количеству петелек хватает. То есть, смотрите, у нас расположены звездочки в шахматном порядке, так они и будут идти в шахматном порядке от начала до конца вязания кофточки. Теперь у нас остается до конца ряда 9 5 лицевых петелек нашей планки и кромочная петля у нас изнаночная. Теперь мы повторяем вязать 2, 3 и 4 ряд, то есть следующие 3 ряда. По счету это получается у нас от начала вязания рисунка 10, 11, 12 ряд. Затем у нас в 13 ряду будет снова смещение в шахматном порядке наших звездочек. То есть звездочки уже будут располагаться над, скажем так, 5 рядом в 13 ряду. И точно так же посмотрим там потом, вязать ли нам вторую звездочку, или там их будет 2, или 3, или 1. То есть мы уже посмотрим от количества петелек. Мы с начала ряда отсчитаем 5 лицевых петель, вот здесь вот. Затем 3 из 3 свяжем нашу звездочку. 5 лицевых петель, 3 из 3 нашу звездочку. Ну, мы уже, опять же, будем ориентироваться, непосредственно связав до 13 ряда по количеству петелек на планке.
На полочке. А пока сейчас продолжаем вязать 3 ряда по рисунку. Довязали до 13 ряда, и сейчас, как и обещала, вяжем вторую часть нашего раппорта узора в высоту. То есть это у нас уже получается связано 1,5 раппорта узора, и мы будем довязывать вторую половину второго узора, второго раппорта. И, как вы помните, у нас сейчас 13 лицевой ряд, соответственно, он будет вязаться как 5 ряд. 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3 и так далее. Нужное количество раз, которое у нас поместится на полочке. Кромочную снимаем, дальше 5 лицевых петель планки. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрим, 5 лицевых, 3 из 3, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Связали 5 лицевых. Дальше вяжем 3 из 3. За дальние стеночки захватываем 3 петли и вяжем лицевую. Делаем накид, не снимая. И вторую лицевую отсюда же вывязываем. Связали первую звездочку. Дальше повторяем 5 лицевых, 3 из 3. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Дальше смотрим, есть ли у нас 3 петли. Вот как раз таки есть 3 петли до регланной линии. Поэтому мы из последней петли, то есть из 3 петель последних до реглана, вяжем 3 петли из 3. 1, 2 и 3. Связали лицевую, сделали накид и вторую лицевую отсюда же. Все, до реглана у нас не остается петелек, поэтому лицевых мы не вяжем, а просто сразу делаем накид перекрещенный, вяжем регланную линию из 2 лицевых и делаем снова второй накид. То есть, если вам удобно делать перекрещенные, продолжаем делать перекрещенные накиды. Дальше у нас идут петельки рукавчика. Я их не считаю, я просто уже ориентируюсь на линии реглана, перед и после которой делаю перекрещенные накиды. Также мы свяжем без изменения, продолжим вязать лицевой гладью наши петли спинки и второй рукавчик. А вторую нашу полочку я вам помогу связать. То есть сейчас вяжем самостоятельно лицевой ряд. Как вы помните, он у нас с накидами, так и продолжаем делать расширение в каждом лицевом ряду реглана, независимо от узора на полочках. А затем закончим нашу вторую полочку с другой стороны. Дошла я до второй полочки, делаю после регланной линии перекрещенный накид. И теперь сразу же, как вы помните, после перекрещенного накида у нас перед, скажем так, перекрещенным накидом шла звездочка. Поэтому сейчас начинаем с первой же петельки, отсчитываем 3 петли и вяжем звездочку из 3 петель 3 петли. Захватываем 3 петли, вяжем лицевую, не снимая, делаем накид и вторую лицевую отсюда же. Сделали первую звездочку и теперь вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем вторую звездочку. 3 петли захватываем за дальнюю стеночку, делаем лицевую, накид и еще одну лицевую сюда же. И если вы посмотрите, то по соотношению к нашему, скажем так, к нашему первому раппорту второй части, второй раппорт, вторая часть соответствует. То есть в шахматном порядке у нас продолжает быть звездочка над звездочкой. И теперь нам осталось лишь только довязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Самое главное, запомните, что между звездочками у нас должно быть 5 лицевых. В начале, от начала вязания планочки, в начале раппорта мы вяжем всего одну лицевую, во второй части раппорта с пятого ряда вяжем 5 лицевых. Снова 1 лицевая, 5 лицевых, 1 лицевая, 5 лицевых. И благодаря этому делается смещение в шахматном порядке. До конца 13 ряда нам остается довязать всего лишь 5 лицевых и кромочную, изнаночную петлю. И сейчас смотрите, мы будем вязать, получается, 6, 7 и 8 ряд, но по факту 14, 15 и 16 ряд по рисунку. Затем снова будем повторять 17 ряд вязать как первый. Затем 18, 19, 20 вязать
как последующие три ряда, 21 будем вязать как 5 и 13. То есть снова делать смещение звездочки и вязать 3 ряда по рисунку. В дальнейшем, я думаю, что вы уже будете ориентироваться, и зависит количество звездочек от того, сколько у нас сделано расширение на передних планках. Обратите внимание, я вяжу звездочки только на передних планках, на одной части и на второй. Ой, на полочках, не планках, полочках. Планки у нас не трогаются. И везде у нас на рукавчиках и на спинке лицевая гладь. Вот, я думаю, что здесь понятно, даже несмотря на то, что у меня прямые спицы, здесь хорошо, четко видно, что везде лицевая гладь, и только здесь у нас по бокам от планочек на полочках рисунки. И сейчас мы продолжаем вязать вот таким же образом до тех пор, пока у нас от первой петельки не будет 13 изнаночных рядочков. То есть, если вы сейчас посмотрите на нашу петельку и отсчитываете от нее первый изнаночный ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой ряд, то есть связано 8 изнаночных рядов. Нам нужно будет остановиться, когда мы провяжем уже 13 изнаночных рядов. И в лицевом ряду следующем, после 13 изнаночных, мы будем делать вторую уже петельку. А пока делаем в каждом лицевом ряду прибавление вокруг реглана по накиду. И каждый изнаночный ряд по рисунку. При этом у нас уже сейчас продолжится, скажем так, вязаться второй раппорт узора. То есть вторая часть, уже 3 ряда останется до конца второго раппорта. Затем продолжится с первого ряда третий раппорт по вот этому нашему узору. Я провязываю сейчас лицевой ряд, седьмой ряд третьего раппорта по высоте нашей. Седьмой ряд, это, как вы помните, вяжется просто лицевыми петельками. При этом я продолжаю делать увеличение, и это как раз таки у нас получается связано 18 изнаночных рядочков. То есть вот она наша петелька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ряд связан. И мы сейчас вяжем после 13 изнаночных рядочков лицевой ряд. Я остановилась на планочке, там, где мы делаем петельки для пуговичек, соответственно, не довязав 6 петелечек последних, первую я вяжу лицевой петельку, затем вяжу вторую, третью вместе одной лицевой петелькой, то есть делаю убавление и накид. Дальше довязываю 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. Поверну на изнаночный ряд, я все петельки, планки вяжу лицевые, кромочную снимаю, дальше первая лицевая, вторая лицевая, накид лицевой. Дальше еще 2 лицевых довязываю, и у нас получается в итоге 6 первых петель связаны. То есть первая кромочная петля и 5 петель планки. Появилась вот такая вторая дырочка. Первая вот у нас она петелька, вторая вот она. И снова я сейчас буду продолжать делать расширение, при этом уже получается после второй петельки связан первый изнаночный ряд. Вот он у нас. И дальше мне остается довязать 12 изнаночных рядочков до тех, скажем, пор, когда я буду делать уже третью петельку для пуговички. И вот как раз таки я повернула к вам, скажем так, показать. Вот она наша правая полочка. И с правой стороны у нас находятся петельки для пуговичек. Первая и вторая. Я думаю, что этих петелек вполне достаточно по размеру. Вот. Поэтому я буду делать еще, помимо этих двух петелек, еще буду делать по ходу вязания кофточки еще 3 петельки. То есть всего у меня будет 5 петелек для пуговичек. Все время я буду провязывать одинаково. Это первая лицевая, 2 лицевые вместе, накид, 2 лицевые и кромочная изнаночная. С изнаночной стороны все петельки лицевые. При этом, смотрите, у меня не меняется количество петелек на нашей планке. Благодаря тому, что мы делаем вот здесь вот провязывание 2 петелек вместе. Затем накид нам восполняет, скажем так, замещает эту петельку, которую мы сократили. Сделав петельки для пуговичек, мы продолжаем делать расширение реглана в каждом лицевом ряду и вязать наш узорчик. Итак, я расширила свой регланчик. У меня получилось, вместилось полных 5 раппортов узора на передних полочках. И сейчас я начну
скажем так, отделять рукавчики от полочки и спинки. То есть соединять полочки и спинки, рукавчики будут у меня на дополнительных булавочках. Теперь, что касаемо петель, я вам сейчас расскажу. Смотрите, изначально у нас набрано было на передних полочках по 9 петелек, я расширила их до 30. С одной стороны у меня 30 и с другой стороны 30. Что касаемо рукавчиков, у нас было набрано по 7 петелек. Я увеличила рукавчики до 49 петелек с одной и с другой стороны 49 петелек. Теперь у нас спинка 18 петелек. Изначально была, а сейчас я ее увеличила до 60 петелечек. То есть, смотрите, почему я решила до такого количества петелек увеличить? Если мы сейчас, скажем так, посчитаем в сумме 30 петелек передней полочки, 1, 2, 30 петелек и спинки 60 петелек, у нас получается 120 петель. То есть рукавчики пока не трогаем. 120 петелек я делю на количество петелек в 1 сантиметре. И у меня получается 50 сантиметров. То есть, соответственно, если мы соединим перед и спинку, у нас получится 50 сантиметров в обхвате. То есть 25 полуобхват. Но это еще не все. У нас будут добавляться еще регланные вот эти линии наши петельки. Поэтому, так как их у нас две, я буду одну оставлять на перед. Ну, допустим, из двух возьмем. Одну на перед я добавлю. Одну на рукавчик добавлю. То есть одну сюда, одну сюда. Вторую линию я добавляю одну на рукавчик. Вторую на спинку. Третью регланную линию я добавляю на спинку одну петлю и одну на рукавчик. И четвертую регланную линию я добавляю одну петлю на рукавчик и одну петлю на перед, вот здесь. У меня получается 31-31 петля, 51-51 и 62 петельки. Вот так вот я и буду сейчас распределять петельки, как бы соединяя уже наши передние полочки и спинку, то есть в одно сплошное вязание. Теперь, что касаемо узора, смотрите, у нас сейчас связаны 5 полных рапортов в высоту, возможно, у вас другое количество рапортов, соответственно, мы сейчас будем вязать, начинать первый ряд следующего рапорта. И чтобы не запутаться, мы сначала свяжем первую полочку, затем петли рукавчика одного переснимем на булавочку и петли спинки поделим напополам, чтобы симметрично сделать наш узорчик как на одной стороне, так и на другой стороне. То есть, чтобы у нас получилось цельное вязание на спинке и полочках. Сейчас, смотрите, мы вязали с вами спинку лицевой гладью, как у рукавчики. И вот сейчас с этого ряда, начиная, мы будем ввязывать и спинку таким же узором. Итак, кромочную снимаем, 5 петель лицевых нашей планки, как всегда. Затем у нас идут петли переда. Вот петли переда у нас 31 петелька. Так и отсчитываем 31 петелька, но при этом начинаем вязать с первого ряда. 1 лицевая. Дальше у нас 3 петли из 3. Захватываем за заднюю стеночку 3 петли, вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же. Дальше у нас идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 3 петли из 3 вывязываем. 1, 2 и 3. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 из 3 вывязываем. 1, 2 и 3. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 из 3. 1, 2 и 3. Связали, получается, минус 2 петли, то есть получается у нас 28 петелек. Связали по узору. Затем 29 и 30 петлю я вяжу лицевыми. Вот так вот. И у нас остается петли реглана 2 лицевые. Мы уже не делаем перекрещенные накиды, а просто довязываем сюда же 1 лицевую. То есть это получается у нас связаны 3 из 3 и 3 лицевые петли.
Теперь, начиная со второй лицевой петли реглана, мы сейчас будем вязать 49 лицевых, плюс вторая петля наша реглана, и плюс еще первая петля следующей линии реглана. То есть сейчас берем нашу булавочку и переснимаем на нее 49 плюс 1 плюс 1, 51 петельку. Начинаем со второй петли лицевой на нашем реглане, это первая петля, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. И самостоятельно еще допереодевайте 41 петельку. 51 петля – это первая петля лицевая с линии реглана. Застегиваем нашу булавочку и поворачиваем петельки на булавочке таким образом, чтобы можно было спицей достать до второй спицы. Вот так вот. И сейчас мы будем продолжать вязать наш узорчик, но перед этим я рекомендую вам поделить петли спинки, которые у нас начинаются от регланной лицевой петли и заканчиваются вот с этой стороны спинки первой лицевой петлей также реглана. Вот это количество петелек нам нужно поделить пополам. Так как мы помним, что здесь 60 петелек плюс одна регланная линия с одной стороны петля, регланная линия с другой стороны также петля. То есть отсчитываем 31 петлю с одной стороны, ставим маркер или булавочку и отсчитываем, 31 петля должна остаться с другой стороны. Вот по центру я беру булавочку и отмечаю между двумя центральными петлями. Вот так вот. То есть, как мы с вами отмечали линию реглана. С одной стороны петля и с другой стороны. И дальше мы должны будем продолжить вязать наш узорчик. Смотрите, мы связали 3 из 3 и 3 лицевые, а должно быть 5 лицевых. Поэтому довязываем 2 лицевые петли. 1, 2. Дальше вяжем 3 из 3. Вот так вот довязываем. Первую петлю, накид и вторую петлю отсюда же. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 из 3. Что я сейчас делаю? Для тех, кто не понимает, что я делаю, я начала вязать узор 6 ряда. Это 6 раппорта первый ряд. Вот он у нас. И чем закончила на передней стороне, перенесла на спинку, скажем так, то, что не довязала на передней стороне. 3 провязали лицевые, еще 2 со спинки взяли. Снова 3 из 3, 5 лицевых. 3 из 3, сейчас вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем 3 из 3. За дальние стеночки захватываю, вяжу лицевую, накид и лицевую отсюда же. И снова вяжем по рисунку 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова нам нужно связать 3 из 3. И смотрите, мы как раз таки дошли до центра. И у нас, если вы сейчас посмотрите, то мы по факту должны вязать 3 из 3, а должно быть здесь 6 петелек. То есть, чтобы у нас рисуночек совпал дальше, мы должны связать 3 из 3 и оставить одну, скажем так, петелечку для того, чтобы продолжить, скажем так, рисуночек. У нас вместо 6 петелек здесь 5, поэтому я сейчас вяжу не 3 из 3, а 3 из 2 петелек. Я захватываю за дальние стеночки 2 петелечки. Вяжу лицевую, делаю накид и довязываю еще одну лицевую из этих 2 петелек. То есть сейчас я сделала прибавление одной петли для того, чтобы у нас вязание, скажем так, совпало далее. То есть смотрите, объясню еще раз, почему так. Если бы мы сейчас связали 3 из 3, у нас осталось бы 2 петельки. И дальше у нас бы с другой стороны осталось 2 петельки и 3 из 3. Можно было бы, конечно, связать 4 вместо 5, но тогда у нас в дальнейшем последующем смещении, скажем так, ряда, где мы здесь вот будем в шахматном порядке делать звездочку, у нас вместо 5 петелек будет 4 петли, а значит не хватит сделать звездочку. И все равно нам нужно будет добавлять, скажем так, вязать из 2 петелек вывязывать 3. Конечно, можно было, в принципе, и в следующем ряду. Давайте, пожалуй, ну, можно так и сделать. Можно, допустим, сейчас вывязать из 2 петель 3, а можно и в следующем, скажем так, в смещении. Давайте в следующем смещении, так, пожалуй, будет больше по центру.
я хотела сейчас, но в принципе не так-то это и важно. Итак, делаем 3 из 3 прибавления, но не забываем, что в следующем смещении в 5 ряду 6 рапорта мы будем вязать прибавление, то есть делать из центральных 2 петелек 3 петли. Довязываем. Я пока булавочку не снимаю, чтобы за это не забыть, что мы не сделали прибавление. Мы вяжем дальше после 3 из 3 4 петли лицевые. И дальше вяжем снова 3 из 3. То есть по рисунку мы должны были чередовать 3 из 3 5 лицевых. Но мы сейчас прочередовали 3 из 3 4 лицевых по центру спинки. За счет этого у нас сейчас не хватает одной петли, которую мы должны будем добавить при вязании вот этого 5 ряда. И дальше продолжаем считать 5 лицевых и вязать 3 из 3. 5 лицевых, 3 из 3. Должно у нас сейчас совпасть в зеркальном отображении количество петелек. Но еще раз повторюсь, мы добавим одну петлю в 5 ряду 6 рапорта. 5 лицевых, 3 из 3. 1, 2, 3. 5 лицевых, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 3 из 3. Можно было еще раз повторить, сразу же добавить, конечно же, в этом ряду. Но тогда получается у нас немножечко, скажем, искажение было бы копточки центра. А так мы сделаем четко по, скажем так, по спинке, по центру в дальнейшем одну петельку добавим. Сейчас связали 3 из 3 и должны связать, как вы помните, 5 лицевых. Что мы делаем? Мы довязываем одну лицевую петлю спинки, одну лицевую петлю из регланных петель и пока отлаживаем в сторону наше вязание. Берем вторую булавочку, находим вторую регланную лицевую петлю и смотрим. Мы должны первую регланную петлю взять раз, вторую петлю регланную с другой стороны, первую лицевую взять и 49 лицевых, то есть всего 51 петелька. Начинаем отсчитывать 1, 2, дальше переодеваем третью петлю, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и десятую. И дальше самостоятельно нам нужно еще допереодевать 41 петельку. 51 петля рукавчика – это первая лицевая нашей линии реглана. И теперь снова поворачиваем петельки удобным для нас вот таким вот образом, чтобы добраться до нашей второй спицы. Здесь мы связали после 3 из 3 2 лицевые, значит довязываем еще 3 лицевые петли по чередованию наших 8 петель раппорта. Связали одну лицевую, хорошо затягиваем вторую и третью. Дальше вяжем снова 3 из 3 петель. Лицевая, накид и лицевая отсюда же. Дальше 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем 3 из 3 петель. Лицевая, накид, лицевая. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 3 из 3. То есть чередование дальше продолжаем нашего раппорта узора из 8 петелек. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем 3 из 3. До конца ряда передней стороны у нас остается 1 лицевая и 5 лицевых петель петли нашей планочки. Обратите внимание, что у нас ряд заканчивается точно так же, как и начинался в зеркальном отображении. То есть он начинался с 1 лицевой, 3 петли из 3, а закончился 3 петли из 3 и 1 лицевая. Узор наш совпал. Если у вас другое количество петель, то есть вы расширяли до меньшего размера или наоборот больше вязали, то, соответственно, рекомендую вам ровно поделить спинку по центру и посмотреть, что у вас получается до этого момента и что получается после. То есть у вас должно быть все в зеркальном отображении. Допустим, у вас, возможно, сейчас, если вы вяжете меньше размерчик, соответственно, на ряд было меньше увеличения, допустим, не до 30 петелек переда, а до 29, здесь точно так же не 49, а 47. То у вас там сейчас, по идее, ряд должен был вот этот вот переодевание, скажем так, петелек на булавочки должен был быть просто лицевыми петлями. То есть вы бы узорчик бы делали через уже ряд. То есть сейчас, провязав изнаночный ряд, мы свяжем
получается изнаночный ряд, это второй у нас ряд траппорта, третий ряд мы свяжем просто лицевыми петельками, помимо планочек наших с одной и с другой стороны, они у нас лицевые, не забываем, и снова четвертый ряд изнаночный. И дойдя до пятого ряда, мы снова провяжем ряд со смещением узора, при этом мы добавим по центру вот здесь вот одну петельку, благодаря вывязыванию не 3 из 3 петель, а из 2 3 петли. Довязав второй ряд шестого раппорта узора в высоту, мы можем вот так вот повернуть к себе кофточку, и уже четко видны рукавчики. Мне этой ширины рукавчика более чем достаточно для такого размера, поэтому уже четко видна наша кокеточка. Видны петельки для пуговичек, у нас их уже вот две. Скоро мы будем делать третью через 3 изнаночных ряда. Вот, поэтому, в принципе, все мы уже отделили. Дальше будем продолжать вязать узорчик и рукавчики. Поэтому до встречи с вами во второй части, где мы продолжим вязать кофточку с пятого ряда узора.